традиционные программы по развитию растениеводства. А на нашей праздничной сцене... Наше братство, наша сила, наша гордость родина. Много нас, нас, миллионы. Праздничный стакон по вас, образование Приморского края продолжает вокальный пласт. Я же бабочки ваши. Я уже все снять, друзья, с этой бабочкой. Муниципальный район, 23 населенных пункта. Три районных поселения и удивительное озеро Ханка. Еще более удивительный это фестиваль народного творчества «Кавказские зори», который проходит ежегодно на сцене, установленной прямо на озере Ханка. Тысячи творческих коллективов и зрителей включаются в фестивальных программ. Они знакомы уже много лет и чтут народные традиции, сформированные в Приморском крае. И передают эти культурные традиции молодому поколению ханкайцев на праздничной сцене. Постоянные участники фестиваля народного творчества «Ханкайские зори» – вокальный ансамбль «Забава». Ханкайский муниципальный район, Приморский край.
геополитическое положение, которое закрепляет за ним роль транспортного коридора между Дальним Востоком России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Принимайте поздравления, жители Приморского края и гости праздника. На сцене вокальная группа «Славяне». Казанский муниципальный еще район, Приморский край. Короткую трансляцию сделать, пока стою на месте. Недолго. Мальчишечка,